Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Йоланта. Это мужчина. Снимается маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Йоланта. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Сразу хочу сказать, что очень приятная энергия здесь. Зовите меня Лейсус. Приветствуем вас, уважаемый Лейсус. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, Йоланта, все убрали. У нее остались 10 вопросов к вам. Будете ли вы так любезны на них ответить, Лейсус? Да, в такой приятной атмосфере я отвечу на вопросы. Нам очень приятно, что вам нравится. С радостью. Замечательно, благодарю вас. Итак, первый вопрос. Откуда моя душа? Прекрасный вопрос. Это Плеяды, 7 сестер. Плеяды, мои родные Плеяды. Я приветствую представителя... Совершенно верно. Приветствую представителя Плеяд нашей комнаты диагностики. Добро пожаловать. Благодарю за эту встречу. Идем дальше. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего Я и как мне его развивать? Второй, третий. Уровень твоего высшего Я переходит с 9 на 10. Как его развивать? Проходить правильную осознанную жизнь на Земле. Интересоваться информацией о развитии души. Интересоваться тонкими телами, энергетическими центрами, своим стержнем. Постепенно накапливать эту информацию. Когда ты идешь по этому пути, двери информационные открываются. Наравне с биологическим роботом ты трансформируешься. Высшее переходит на следующий уровень развития. Благодарю. Благодарю вас за этот развернутый ответ. Третий вопрос. Как выглядит мой дом? Я полагаю, дом моей души. Как я уже сказал, это скопление звезд, 7 сестер, которые находятся на определенном расстоянии друг от друга. Какие-то звезды более яркие, какие-то более темные. Благодарю вас. Вы закончили? Да. Перехожу к следующему вопросу. Четвертый. Сколько узлов кармы я прошла и сколько осталось кармических узлов? Ты прошла 3 кармических узла, 2 осталось. Благодарю вас. Идем дальше. Какая моя миссия в этом воплощении? Трансформация души и тела. Поиск информации и развитие души. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какие блоки или мои качества мешают моему развитию? Одну секунду. Может быть, я ответил вкратце, так как понимаю, это я. Моим коротким ответом мне все понятно, но может быть на Земле. Для Йоланты это будет трудно осознать, что такое трансформация души и тела. Это значит, душа и тело должны быть соединены в одно. Энергии внутри биоробота и тонких тел должны быть одним целым. Чтобы это сделать, нужно больше изучать структуру тонких тел, энергетических центров, проходить элементарные практики и визуализации. Так встают на этот путь. А дальше, как я уже сказал, двери информационные открываются больше и больше. Так намного понятнее. Благодарю вас. Хорошо. Я перехожу. Что там было в следующем вопросе? Какие блоки или мои качества мешают моему развитию? Замкнутость, блоков много. Ты замкнулась в себе. Этим ты преграждаешь радость и поток энергии в себя. Ты закрылась. Все, что ты в себе несешь, это негативный опыт. Ты ждешь снаружи, а у тебя есть все внутри. Начни меняться сама, убирая эти блоки. Постарайся посмотреть на себя, как я уже сказала, и трансформироваться. Начни с биоробота, посмотри в зеркало, что конкретно тебе не нравится и как от этого можно избавиться. Это одно. Второе.
Если ты понимаешь, что много сделано, но избавиться невозможно, тогда прими себя, какой есть, без сожаления, без огорчения, и иди дальше, совмещая свой биоробот с энергиями души. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый Лейсус. Перехожу к следующему вопросу. 7. Какие мои родные энергии и как ими управлять? Хорошо, твои энергии плеяд немного густые. Они идут потоком через все твои энергетические центры и находятся внутри тебя, немного похожие на гель энергии чакр. Как и 7 сестер, у тебя 7 чакр разного цвета. Как я уже сказал, немного густоватые. Так выглядят энергии плеяд. Поэтому мы не закачиваем большое количество. Эти энергии иногда приводят тебя, усугубляют твое состояние. Всегда помни, также они реагируют на радость. Они растекаются из твоего тела радостными звездочками. Благодарю. Как вы красиво сейчас описали. Благодарю. Радостными потоками. Радостными потоками. Благодарю вас, уважаемый Лейсус. Я перехожу к следующему вопросу. 8. Какие таланты во мне скрыты и что стоит развивать? Одну секунду, я поясню предыдущий вопрос. Пожалуйста. Некоторые энергии излучаются лучами. Твои же энергии выходят лучами и несут в себе звездочки на их окончаниях. Ты как будто разбрасываешь звезды. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос. Какие таланты, 8, какие таланты во мне скрыты и что стоит развивать? Развей свою радость. Научись радоваться полным сердцем от всей пледианской души. Твоя душа сжата и мала. Зачем-то ты сжимаешь ее. Тебе не нравится твое тело. Поэтому душа сжата. Эмоции, которые мы переживаем, отражаются на теле. И если ты задумаешься, у тебя будет место, где отражается твоя эмоция. Послушай свое тело. Это будет лучший подарок. Послушай, куда оно ведет тебя. Соедини это с позывом души и ответь чувствами. Проанализировав головой, правильно ли ты поступаешь, если тело идет к экспериментам или просит изменить подход к нему, что-то не нравится в нем, иди за телом, слушай его. Я имею в виду, если тело хочет пробовать или отказаться от какой-то еды, послушай свое тело. Если тело хочет физическую нагрузку, послушай свое тело, и ты увидишь, как эмоциональная радость отзовется в твоей душе. Этим ты почувствуешь уверенность внутри себя. Таким образом, спазм души уйдет, и твои энергии растекутся внутри тебя большим стержнем. Но я имею в виду по всем чакрам. Сейчас же, как я сказал, у тебя сжатые энергии, так как ты не можешь отпустить, как бы это сказать, не любовь к себе или же что-то, что тебе не нравится в себе. То зачем, за что мы цепляемся? Блоки, правильно. Проанализируй, где они, поработай над ними и отпусти. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Лейсус. Идем дальше. 9 вопрос. Как я могу заботиться и защищать своих близких на земле? Через понятие себя и через практики. Только меняясь самой, ты сможешь показать пример своим близким. От тебя будут исходить другие энергии, силы, уверенности, радости. Твои близкие будут чувствовать эти приятные энергии. Они будут рады за тебя, и им тоже захочется меняться. Защищать, научись сперва себя. Для того, чтобы защищать кого-то, нужно быть сильным изнутри. Если ты внутри сжатая
и содержишь, сожаление, негатив. Своей защитой ты разбрасываешь сожаление, негатив. Даже если эта защита делается от всей души, ты разбрасываешь то, что у тебя внутри. Пока у тебя сожаление и негатив, ты не можешь защищать даже себя. Поэтому прислушайся к тому, что я сказал выше. Трансформация тела и души. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Лейсус. И остался последний вопрос, 10-й. Что еще мой куратор хочет мне сказать или посоветовать? Я бы хотел сейчас активировать твой плеядианский стержень и показать тебе, как он в идеале работает, и так отпустить тебя, чтобы ты чувствовала радость, покой и уверенность внутри себя, полностью прочувствовала эти энергии и поняла, как это выглядит в идеале. Любовь к себе, уверенность и защита. Дай мне твои руки. Эти потоки, они идут с нижней чакры вверх. Также они могут возвращаться с верхней чакры вниз. Как 7 звезд. Немного густоватой энергии. Готово. Благодарю вас, уважаемый Лейсус. Вопросов больше нет, остался маленький нюанс, который на Плеядах уже знают. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору и каждому учителю, который нас посещает, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Лейсуса передать ему этот скромный подарок, знак благодарности за его помощь, за его ответы и просто на добрые воспоминания. Великолепно. Я с радостью приму этот подарок. Благодарю вас. Мои плеядианские энергии, особенно сердечные чакры, стучат в ответ, чтобы вам было понятно. Благодарю вас и за это разъяснение. Вы жили на Земле, это чувствуется. Давно я жил на Земле. Давно свой путь закончили? На Земле этот опыт? Относительно. Понятно. По вашим меркам. 300 тысяч. 300 тысяч лет назад вы были? Прошу прощения. Кажется, я добавила много нулей. 300 лет назад. Понятно, отлично. Значит, вы жили в 1700-х годах. 1800-е года, вот на этом рубеже. Благодарю вас, это тоже очень интересная история. Значит, вы в курсе. Мне очень приятно всегда присутствие родных душ с Плеяд, я поэтому просто здесь сам от эмоций загорелся. Благодарю вас, уважаемый Лейсус. Нам очень приятно было вас здесь приветствовать. И я говорю, до скорых встреч, передавайте привет родным Плеядам, мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы убрать все, что им мешает в развитии, и открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Если ты не против, я бы хотел прокомментировать, пожалуйста, твое высказывание. Не надо гореть, можно быстро перегореть. Нужно светить, как звезды. Тоже верно. Да, неправильное слово выбрал. Вы правы, да, абсолютно верно. Благодарю вас, Лейсус. Всего вам наилучшего и до скорых встреч. Благодарю вас. До скорых встреч. Во благо. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Йоланта, мы закончили разговор с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, очень интересные ответы. Я буду обдумывать их. Отлично. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Йоланта в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.